Всем большой привет! У нас сегодня четверг, и я начинаю наш новый влог. Я сегодня на кухне варю Саше лапшичку. И недавно в Инстаграме я выставила вот такую штуку, фотографию с такой штуки. И все были как-то так удивлены, заинтересованы, что это. Это такой друшлаг на прищепке. Посмотрите, как он выглядит. Вот такая прищепочка. И сегодня я вам покажу, что нужно делать. Я сейчас как раз Саше отварила лапшичку на обед. Вот она моя лапша. Это лапшичка алфавит с овощами. Из овощей разноцветная. И вот, чтобы слить воду, и в то же время лапша оставалась в кастрюле, потому что я буду делать ему томатный соус, я использую вот такой друшлаг. То есть все очень просто. Он крепится вот так. Камера запотевает. И вы идете. И просто-напросто сливаете всю лапшичку. Потому что часто, что я делала, я закрывала все это, как сказать, крышкой. И через крышку сливала. Иногда крышка. То есть намного тяжелее держать здесь. Все просто. Нет воды, лапша здесь, друшлаг. Просто помыть. Он не занимает много места. Он такой узенький. И купила я его в Бабу за 5 чем-то евро. Кто живет во Франции, знает этот магазин. И сейчас я буду готовить себе салат. Когда мне не хочется готовить, я быстренько делаю себе салат. Такой салат композе по-французски. Просто у меня уже помытый зеленый салат. Я его набросаю себе в тарелочку. Чтобы салат удалил голод, нужно все-таки делать побольше тарелку. Тогда вам не захочется кушать, так как я вечером ужинаю очень-очень легко и до 6 часов, поэтому мне нужен очень хороший обед. Вот так. Просто заполнили тарелку. И сейчас я буду резать авокадо и желтые помидорки. Я люблю, когда салат такой цветной, яркий. Тогда как-то и приятней. Не ощущает лучше. Все это очень быстро, очень просто, без заморочек и в то же время полезно и сытно получается. Самое главное, как я сказала, не делайте совсем маленькие порции, потому что вы очень быстро будете голодными. И нужно в салат все-таки такие компоненты достаточно с хорошими жирами, как авокадо. Я положу авокадо, и у меня есть копченый лосось, который нужно использовать, поэтому будет как-то вот так. Во Франции очень распространено, как бы, или очень любят такие салаты. Очищаю авокадо. Он у меня такой спелый, поэтому хорошо чистится. Конечно, я понимаю, что в России, наверное, не всегда найдете спелый авокадо, хотя сейчас, извиняюсь, я тут у меня мусорное ведро, не помойное, а мусорное. Потому что мне несколько раз делали замечание, что помойное ведро, помойка это только для животных. Хотя девчонки меня там защищали, спасибо вам. Вот. У меня прям спелый-спелый. Авокадо уже практически. Косточку хотела вытащить, но не вытаскивается, придется так. Вот так. Все это опять выбрасываем. Зачем вот закрыла? Надо было оставить открытый. И просто нарезаем. Мне уже красиво не получится, потому что он сильно спелый авокадо. Даже вот здесь, наверное, придется кое-что выбросить. Не знаю, напишите в России, как сейчас. Моя сестра недавно старшая вернулась из Барнаула. На свадьбу ездила к своему сыну и была очень удивлена, что в магазинах все есть. Конечно, не дешево, но и у нас здесь не дешево, но все есть.
и ягоды много замороженные, которые можно брать на разновесы, ну и все сыры и так далее. То есть, когда я уезжала 11 лет назад, этого, конечно же, не было. Также у меня есть подкопченый лосось от марки Лабери. По-моему, так называется. Это дорогое лакомство, но иногда оно, когда срок уже близко, срок годности проходит, не проходит, а близко к окончанию, их продают дешевле. Но они так хорошо герметично упакованы, что ничего страшного в этом нет. Срок годности не прошел, просто вот он через 2 дня заканчивается. Вот мы все это достаем. У меня такой сегодня посиделки на кухне, болталка с вами. Готовлю и показываю. И вот сейчас я несколько пластиков просто самона. Лосось. Самон — это по-французски самон. Просто вот так. На салат набросаю. Для кого-то это очень большие порции, но, как я вам уже сказала, я буду... обожаю эту штуку. Я не ужинаю, значит, мне нужен очень хороший обед. Я такая маньячка, вот такими рулонами покупаю салфетки бумажные. Потому что постоянно что-то вытираем. Так, что же нам еще на этот салат? У меня есть... О, господи, инжир. Нет, не инжир, девчонки. Жанжамбр. Так, что сейчас я немножко жанжамбра порежу тоненько. И еще у меня есть такие вот штучки. Они с... А нет, о чем я говорю? Это какао и кокос не подойдет сюда. Думала, они солененькие. Солененьких, наверное, у меня нет. У меня есть такие вот штучки из нашей гречки, чтобы добавить немножко фикулям, добавить сериала хороших. Вот их и с ними буду кушать. Пошла я за жанжамбром. Люблю я мои банки. У меня он уже засушенный. Осторожно, потому что давление может повысить. Чуть-чуть совсем это полезно. У меня, по-моему, подслащённый уже. Ничего, кисло-сладкое я люблю. Совсем вот капелюшку я, потому что не хочу, чтобы сильный вкус был. Посыплю зернышек льна. Соли совсем чуть-чуть, так как она у меня уже... лосось он соленый. Так, совсем чуточку. А что еще есть? У меня тут такое куркумы обязательно. Куркума полезная от рака. Куркумы. Вот этого бальзамического соуса в Инстаграм все спросили, как его пользовать. Это соус на базе белого вина. Да, соус бальзамик бланк. Или красного, не знаю. Ну, белый написано. И с вкусом малины. В общем, такие штуки очень хорошо сочетаются с кисло-сладкими. В кисло-сладких блюдах можно даже их на мороженое, на десерт. Я видела, во Франции чуть-чуть поливают. Также к мясу, к рыбе и вот на салат. Сейчас я несколько на салат, капелек на салат. Но нужно любить вот именно кисло-сладкие блюда. Я обожаю масло, вот моя коллекция масел. Если вам интересно, какие масла у меня есть, напишите, я все вытащу, вам все их покажу и расскажу. И возьму я
масло оливковое уже с базиликом. Это все натуральные масла, очень вкусные. Я люблю такие баночки железные, они дороговаты, но я их обожаю. Вот сейчас я это масло и добавлю. И добавлю, наверное, у меня есть горчица чуть-чуть с медом. Можно, надо было бы сделать соус, но так как мне нужно кормить Сашу, мне некогда, поэтому я на салат добавлю. Итак, чуть-чуть маслица. Несколько капелек. Очень вкусные масла. Итак, соус бальзамик у нас, масло. И сейчас чуть-чуть совершенно горчички с медом. Горчица Майя, известная марка во Франции. Прямо на самом чуть-чуть капну. Потом, когда вы будете, конечно, все это пробовать, дегустировать, вы все это перемешаете. Итак, как вкусно. Ну вот, мои хорошие, вот такой салатик у меня получился. Красивый, большой. И это будет мой обед. А потом попозже попью кофе с чем-нибудь вкусненьким. Всем приятного аппетита!